К нападению подозреваемые тщательно подготовились, выбрав наименее заметное место для проникновения на территорию и изучив график работы и привычки сотрудников. В частности, для того, чтобы выманить сторожа из помещения, один из злоумышленников спровоцировал срабатывание системы оповещения о неисправности. Решив выяснить причину тревоги, сторож едва успел открыть дверь, как был сбит с ног двумя нападавшими, которые стали наносить ему и находившейся поблизости женщине-оператору многочисленные удары. Связав своих жертв скотчем, налетчики попытались найти деньги. Мужчины рассчитывали обнаружить не менее 5 миллионов. В итоге же унесли с собой утешительные 600 рублей на троих. В квартирах подозреваемых оперативники обнаружили камуфляж и маски, используемые ими при совершении преступления. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренной статьей 162 частью 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.